Установка старшая фрата Петрова. Ее 8 марта начинается с доклада о том, что показатели в норме, а приборы исправны. Даже в праздник на плечах Рамили Петровой груз сложного технологического режима. Ее профессия – нефтяник. Профессия нефтяника не легкая, она сложная, она трудная и серьезная очень. Надо подходить ответственно к своей работе. Каждые 2 часа обход территории. Ежегодно их цех перегоняет по 3,5 миллиона тонн нефти. Случись, что на объектах, отвечать придется за каждый утраченный литр. Процесс очень сложный, объектов очень много обслуживаем. Надо все посмотреть, все увидеть, все изменения, все параметры, давление, температура, расход. Все наблюдаем, все измеряем. 68-й год. Бавлы – первое нефтяное месторождение Татарстана. На весь промысел со скрипом пустили 3 женщин. По всей республике женщин в нефтянке было не больше 10. Все поменялось, когда появились новые должности и технологии. Оператор Рамиля Петрова бок о бок с нефтью с молодости. Это и сегодня сложно, но как иначе? Всю жизнь посвятить черному золоту. Она решила еще ребенком. 40 лет нефть добывали родители, вскоре исполнится 30. Как в НГДУ «Ознакаевск нефть» это делает она. Она еще у нас общественница, да, уполномочена по охране труда. Не только свою основную работу выполняет, но еще и активно передает опыт, обучает молодых. И есть кого. В их цехе 23 оператора. Больше половины – женщины, мамы, жены и дочери. Те, для кого 8 марта, пусть и рабочие, все равно остается праздником. Непременно с подарками, цветами, поздравлениями и золотом. Только в их случае – черным. Рамиль Шайдуллин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Ознакаевский район.